Добрый день, зрители моего канала и близкие мне люди, которым интересно, чем я занимаюсь. Новое мое увлечение — хобби. Я посмотрела предыдущие видео и, конечно, много там увидела сама недочетов, но это ничего, я думаю, страшного. Вот эта копеечка лежит, это второе видео. У меня было как бы определиться полегче, потому что я еще тут учусь. Я заметила, что по прошлой распаковке я плохо показала вот жемчужное ожерелье. Вот видите, какое оно, да? Потому что я же рассматривала сама, и получилось так, что не под камеру, а просто чисто, чтобы не было хорошо рассмотреть и удобно. Вот такой вот замочек здесь, карабинчик, да? Вот, вот такой вот. Если вы слышите там какие-то звуки, то не пугайтесь, это у меня развлекаются соседи. Как я их называю? Видите, там вот цепочка. Да, на цепочке она так собрана. Замочек, не знаю, родной, не родной. Но жемчужинки я посмотрела. Все очень-очень такие хорошо, хорошей сохранности. Имеют, правда, такой не белого жемчуга оттенок, а чуть-чуть потемнее. Так что это вот такой. Вот, так что я решила, что в прошлом я так крутила-крутила и ничего не показала. Решила, что в этом покажу. Вот, вот тарелочку, теперь вот вторая. Вторая была вот такая. Ну, как бы как камень под жемчуг. Или это вылито из ракушки. Не знаю, вот цепочка такая, на ней написано 9 карат, я это уже говорила, но самое что интересно, на ней сразу же пришел вот это вот колечко. Я сейчас его аккуратненько сниму, чтобы оно не ускакало, а то оно может ускакать. Вот. Это будет. Колечечко очень-очень маленькое, перчатки хоть и вязаные, но неудобно. Видите, вот оно. Вот. Я в прошлый раз говорила, я правда не знаю, как это делается. Для чего это колечко? Вот. Оно открывается и закрывается. По-моему, оно в нос. Ну, или знаете, как бывает, вот брови проколоты, над глазом висит такое колечко. Вот оно. Такое маленькое. Ну, это из прошлой распаковки. Теперь мне пришли еще несколько посылочек. Я, чтобы не шуршать, их заранее. Вот такие, да? Тут маленький такой конверт. Чтобы не шуршать, я тут же шуршу. В этом конвертике лягушка. Мне очень она понравилась. Маленькая брошечка, брошечка, лягушка. Не знаю, что придумать со светом. У меня пока только вот здесь есть место, где я могу делать видео. Ну вот. С этой стороны вот такая. Но я думаю, что это современный замочек рабочий. Мне очень понравилась вот эта маленькая лягушечка, которая вот так вот сидит. Так вот, очень интересно. Ну, на мой взгляд, мне понравилось. Я люблю всяких животных, особенно вредных лягушек. Так, еще пришло вот. Ну, такой. Да, такой вот кулек, вот эти суды. Я тоже все открою. Достану. Тихонько. Что здесь у нас? Ну, у нас тут бусики. Хочу просто убрать по коробочке, чтобы они не были здесь. Такие бусики. Конвертик. Вот это лотик еще один. Да. Несколько маленьких лотиков я покупала. Мне были интересные вещи. Вот. Один на единицу. Вот, конечно,
Что-то есть, да. Нет, что-то есть, да. Рошечка. Так, ладно, продавцов. Ну, угу. Это вот отдельно. Ну, целый-целый лоб. Шуршит. Что-то мне тут... Что видно, что не видно. Вот все, убрала то, что было мне не видно. Неудобно. Так, теперь сделаем вот так. Это я все это отвину и буду по одной вещи разглядывать. Это все было куплено у разных продавцов. Вот такая стрекоза. Да, такая. Что-то тут написано. Только я не понимаю, что это. Так отсвечивает. ЛВ, по-моему, или... Я не знаю. Она абсолютно... Современная, мне кажется, это стрекоза. Вот. Так. Она очень-очень гладкая, такая, как будто бы эмаль, и между такие серебряные проволочки, перегородочки. Потом была вот такая вот старинная брошка. Эту брошку я покупала, она была написана как серебряная, хотя я не вижу... Посмотрите, какая длиннющая булавка. Хотя я не вижу никаких маркировок. По-моему, ничего здесь нету. Я не вижу, да. Камни было написано, что искусственные. Но брошка серебряная. Ну, я купила. Она очень большая такая вот. Да, ну, не знаю, наверное, ее надо носить на пиджаке, я думаю. Или на шляпе на какой-нибудь. Брошечка. Еще одна стрекозка. Да, я тоже ее купила. Мне очень понравилась. Она была написана как винтажная или подделка под винтажную, да. Но только я тоже без маркировок. Ну, она очень красиво была сфотографирована. Мне понравилась. И я ее купила. Видите, там красивый такой сиреневый камешек, глазки зелененькие. Но металл как бы очень такой непонятный. И вот не могу застегнуть ее, видите? Что-то сразу замочком, да? Ну, вроде бы... Не знаю. Тоже современно. Ну, вот пусть они две вот так вот летают. Вот очень они друг на друга похожи. Я так понимаю, что это, наверное, все-таки производство современное. Эту копеечку я кладу для себя, чтобы мне не путаться, где как что у меня. Да. Поэтому вот теперь такой вот это точно китайский пакетик, потому что на нем даже все написано. А что он тут мне не открывается? Господи. Это современное. Не хочу, чтобы у меня канал был исключительно монтажный. Может быть, впоследствии я передумаю. Мне многие современные изделия нравятся. Вот, допустим, я очень люблю ландыши. Но это ландыши, конечно, они, как вам сказать, такие очень синтетические. Да? Очень. Такой он прям вот наляпанный. Видно, что искусственный. Да, очень китайский, но все равно вот я купила. Ну, стоило недорого, я купила. Теперь покажу вам еще одно современное изделие. Я тоже ее купила отдельно.
Это была такая злая-злая белка. Смотрите, ко мне приходит белочка. Она садится у меня на машину, поршик, прям который стоит под окном. И вот он, ее как бы площадка. Она залезает на него и смотрит не в окошко в доме, клянчит орешки. Раньше приходила только одна такая белка, теперь приходит целая куча белок ко мне. Она мамашка, и 4 белочки приходят. А вообще у нее 7 бельчат. Ну, это так. Поэтому вот я купила себе такую злую белку. Потому что она там, если я сразу не выхожу на улицу, не кормлю, она мне заглядывает в окошко. Поэтому я купила белочку, чтобы у меня была своя домашняя белка. Такая лягушка, белка. У меня во дворе есть прудочка. Вот теперь посажу туда лягушку. Так. Теперь вот приобрела такой лотик. Лотик я этот приобрела. Я не знаю почему, просто приобрела. Я уже объясняла, что у меня такое случается. Просто медальончик на цепочке. И что-то тут написано B774. Ну, я не знаю, что это. Цепочка так изношенная. Ну, просто медальончик катается тетя на качельках. Теперь сережки. Такие две сережки. Вот так вот. Они не... Это не эмаль. Это краска. Да, это краска. С этой стороны вот гвоздики. И золотой тон металла. Получим такие сережечки. Они были вместе вот здесь с этим медальончиком. Вот это катающийся случай. Так вот. Здесь еще он был. Вот этот цветочек. Поэтому, наверное, я и купила. Да. Вот смотрите. Такая брошечка. Вот, типа четырехлистный клевер. Не знаю. Ну, брошечка старинная. Ну, или... Во всяком случае, точно не современная. Не знаю, какого года. Хорошо застегивается. Единственное, вот здесь вот листик стерся. Эмаль потеряна. И вот здесь листик. Как-то уж очень загнутые они. Ну, я посмотрю, может быть, расправлю их, если они не отломаются. Вот. Вот это вот из-за нее я, наверное, купила вот этот лотик из этой брошечки. Вот эту тетю, клипсы. И вот эту вот. Вот это гранатовые бусики. Гранатовые бусики. Что-то мне захотелось купить гранатовые бусики. Да? Вот такие. Вот. Такой замочек, бочоночек, наверное. Я не знаю, как он называется правильно. Ну, бусики вроде натуральный гранат было написано. Ну, такие камешки, я не знаю. Вот красивый цвет. Вот один камешек красивый такой красный. Остальное было сиреневое. Гранатик вот этот вот, да? Значит, вот этот гранатик. Что-то мне на сиреневое я купила медалью. Браслетик вот такой вот. Такой вот браслетик. Браслетик серебряный тон, вернее. Ну, вот мне понравились вот эти вот камешки. Такие они, видите, как красиво переливаются. Очень. Это браслетик. Я не знаю, как носить его или нет, но браслетик мне понравился. Потом пришел мне еще один вот такой. Тут несколько украшений. Я помню, из-за чего я его купила. Сейчас вот это вот я отодвину. Я сейчас покупаю, мне интересно все. Только я еще совсем не определилась. Я знаю, что я хочу собрать. Но не знаю, как это получится и как это правильно сделать.
Вот такая брошечка мне пришла. Там целый лот. Мы сделали штучек 8. Да. Вот такой. Вот такая птичка. Брошечка. Ну, какого года она, я не знаю. Ничего здесь не написано. Как бы как эмаль. Ну, птичка. Вот это уже новые покупки мои. Это целый лот. В этом лоте вот почему-то присутствует вот такая. Я такие собираю. У меня много таких вазочек. Просто там поделок. Но они всегда почему-то все побит. Очень редко можно купить. Даже если ты купил не побитую, она все равно к тебе придет побита. Останется. Здесь мне достались вот такие запонки. Сейчас. Одна. Ну, одна, по-моему, да. Одна запонка. А, нет, вот вторая. Вот вторая запонка. Поэтому как бы две запонки. Запонки тоже, по-моему, без бренда. Да, нет никакого бренда, но очень интересно сделано. С этой стороны желтые, с этой белые. Какой-то герб. Два вроде льва, корона, еще что-то такое. Теперь браслетик. Браслетик из белого металла с камешками белыми. Браслетик был указан как серебряный, да? Ну вот пока вот на колечке вроде бы есть написано. Просто стоит шлепнутая проба. Просто проба, да? Ну, браслетик такой вот интересный. Смотрите, вот лепестки. Вот так вот тут. Приплетается вот он. Так вот. Браслетики, вот я ношу любые. Браслетики. Сейчас мы говорим про браслетик. Еще вот такой вот здесь браслетик есть. Там тоже сиреневые камешки. Такие эти сиреневые. Простые камни, а вот эти три такие аж переливаются и очень-очень выпуклые, так интересно сделаны. И здесь вот так, это современная бижутерия, да, я так думаю. Потом вот такой вот цветочек из пластика, нет, он как будто бы из стекла, он такой холодный или из ракушки, я вот не понимаю, да, посаженный эпоксидный клей. Тянут весь леской. Не знаю я, правильно, неправильно я произношу. Но я думаю, что мы не в школе, поэтому ничего страшного, даже если я скажу что-то неправильно. Вот я думаю, это не смертельный случай. Ну, вот положим сюда его, да? Этот цветочек. Потом. В этом же лоте была вот такая вот брошь, да. Вот эту брошь, я вначале подумала, что это приколка на волосы. Но видите, тут вот брошь, к брошечке такая булавочка сделана, да, ну, и посажена на эпоксидный клей. Очень красивый рисунок. С розочкой. Не знаю, как она будет смотреться так на пальто или на пиджаки, так или так. Я бы ее носила, конечно, в волосах. Мне кажется, что она была бы интереснее, но невозможно. Значит, сережка. Я вот смотрю, тут у меня осталось несколько вещей. Сережка — это одна. Или клипсы? Нет, это клипсы. Да, клипсы. Держу ее вверх ногами. Видите, она одна с камешками блестящими. Нет никакого бренда. Ну, просто такая клипсочка, господи. И мне нужна вот такая бусинка. А, и вот эти черненькие камешки, видите? Бусинка мне такая нужна. Без дырочки, которая. Печатки цепляются. Надо думать что-то другое. Какие-нибудь другие перчатки, это безусловно, но какие, только вот подумал, какие. Такая розочка без ничего. Розочка пластик. Ну, может быть, кто-нибудь пригодится эта розочка.
Теперь вот такая брошечка. Брошечка сделана вручную. Таким вот цветочком, я так понимаю. Видите, собрана из бисера. Такая розочка, цветочек. Вот. Потом вот такой вот цветочек черный, как бы в голову, да. Пристегивается, можно использовать на волосы, да, а можно носить как цветок. Ну, он просто ткань, ничего, цветок и цветок. Есть такие вот еще попались нам клипсы. Клипсы очень интересные. Жаль, что клипсы не наши. Тут какая-то или буква, или это просто, не знаю, маркировка. Вай. Нет. Не знаю. Y какой-то. Может, это маркировка, может, не понимаю. Бусы, конечно, пластиковые. И вот от времени они, по-моему, начинают. Вот какая-то краска, смотрите. И от времени они начинают облезать. Потом в этой партии осталось две вещи. Вот такой вот крестик. Да. Ну, кресты как украшение я не ношу. Так, тут компания Art. Цепочка. Ну, цепочка точно китайская, потому что на ней вот написано Гонконг. Да, и она совершенно не подходит по цвету. Ну, крестик с такой с камешками. Камешки под бирюзу. Такой вот. Я надеюсь, хорошо видно. Остался нам. А вообще все это я купила вот из-за этих бусинок. Вот смотрите, видите, какое ожерелье. Оно под шею, оно очень-очень совсем под шею, очень короткое, да. Тут вот эти бусины есть, да, бусины именно там, где вот, на затылке, где застежка, да. Вот так вот. Видите? Тут они такие вот мягкие, тут вот такая вот застежка. Мне так понравились, мне понравилась именно сама форма. Это не кость, это пластик 100%, да? И, ну, каждый цветочек как подснежник, что ли, как вот подснежничек, знаете же. Ну, это пластик. Собрана шелковую ниточку. Я покупала. Конечно, так носить у меня не получится, потому что он мне очень-очень как бы... Притык, я притык не люблю, я люблю, чтобы это около груди было, ниже, до расстегнутой пуговички, если это рубашка. Поэтому как бы вот надо что-то думать. Ну, вообще они меня поразили. Ну и вот этот вот, он был вот такой вот. Смотрелись они, конечно, очень красивые. У меня сразу какие-то там мысли, как это все переделать, возникли, поэтому я вот это купила. Потом вот, и это вот закончился, да, такой. В основном-то сегодня я показываю вам единичные вещи. Вот смотрите, брошка. Я ее купила тоже просто. Вот она как льдинка, видите? Но вот у нее прозрачно, и все равно в середине идет как бы такой голубоватая полоска, что ли, как северное сияние, или хотя я его не видела, только на картинке по телевизору. Вот такая она. Конечно, она видно, что поношенная. Тут вот что-то было. Эти дырочки. Я не знаю, что там прикреплялось. Может быть, такая булавочка бывает, когда брошка тяжелая, страхующая булавочка на цепочке. У меня есть таких несколько брошек. Даже маленькие. Ну, чтобы не потерялись. Такая, она такого желтоватого, что ли, цвета. Ну, вот как льдинка такая. Не знаю. Я купила ее и купила. Она ценности никакой мне себя не представляет, но потом
Я конверты открыла, потому что они очень шуршат, занимают много времени, не хочу затягивать видео. Купила я себе вот такие часы, да, потому что я помнила, что есть такие часики российские. Чайка, по-моему, их делает, если я не ошибаюсь. Чайка или Заря? Нет, Чайка. Там. Вот такие. Но это совершенно другая фирма. Тут нету ничего. Кварц написано Japan. И все. Вот такие. Ну, это что-то под янтарь. Это точно не янтарь. Я не знаю. Конечно, они поношенные. Потому что здесь они вроде как бы, видите, внутри медные. Сверху должны были быть, наверное, белые они. Никаких маркировок на них нет. Но часы я люблю, собираю. У меня много всяких часов, поэтому как-нибудь для какой-нибудь лот. Сейчас очень много я покупала, поэтому если какой-нибудь лот в дороге задержится, я вам покажу свои часы. Как украшение просто. Мне очень хочется показать. Значит, еще пришла мне вот такая коробочка. Тоже конвертик я открыла. Да, это все мне пришло за этих 4 дня. Вот как я не покупала. А, тут это редакция. Видите, что мне пришло. Вот, мне пришла такая приколочка. Вот. Как она упакована. У меня волосы длинные, поэтому я люблю приколки всякие, да. У меня тоже несколько видов, но вот эта вот приколочка, ну, у меня такие попроще. Здесь, конечно, и такие, как мне нравятся, но раньше никогда об этом не задумывалась. Теперь вот увидела эту приколку, что-то мне вот захотелось. Вот она легко, хорошо застегивается, видите, и как бы вот сразу же вот эта вот ложится часть вот сюда. И кава обязательно должно быть. Я не знаю, почему на этих приколках любят каву. Вот она золотого тона. Листики покрыты не перламутром, а какой-то краской, может быть. И камешки белые, и в серединке блестящие вот эти авроры были. Хочу показать. Вот у меня недалеко здесь еще такая вот приколка. Но это я покупала просто себе, чтобы заколоть волосы. Это ширпотреб, да. И вот она, видите, как вот, раз, вот сравните. И сюда, да, тоже я ее не пользовалась. Тоже, кстати, кала. Такой другого расцветки, другой металл. И вот это вот. Вот они две. Вот одна классом ширпотреб, а одна уже более таки повыше, уже со своей коробочкой. И вот, слышите, вот это трик-трик. Так, как будто бы она это. А это уже в коробочке. Вот и своя свой. Я буду аккуратненько сложить экран. Такая вот приколочка у меня теперь есть. Пожалуйста. Пусть стоит там. Не видно? Не видно там. Ничего не видно. Вот. Проблема немножечко. Так. Пусть стоит. Еще просто место себе как бы так не нашла конкретного для занятий, вот для для съемок. Ну, пока вот так пусть будет. Так, что еще у меня? Еще у меня пришла посылка, чего я несказанно рада. Я у одного продавца я купила. Вы не пугайтесь, да? Был указан лот как антикварные гребни там и все. Ну, конечно, на первый взгляд они выглядят некрасиво, но так как я решила купить антикварный этот лот, мне понравилась там одна вещь, да, мне положили вот это в нагрузку. Ну, конечно, но мне все нравится.
такой гребешок, да, это, конечно, все надо почистить, помыть, да, это не бижутерия, но это украшение, да, как бы, я люблю украшения. Вот такой вот, я, правда, не знаю, что надо было сделать, наверное, феном, я думаю, что феном догрели, мыли, не знаю что, но они такие были, я купила, я, как бы, в принципе, человек брезгливый, но это все надо мыть, да, хорошенько помыть. И я думаю, что это будет хорошее украшение. Тоже вот мне вот это понравилось. Но больше всего все это я купила вот из-за этого вот такого. Ой, как же это называется? Гребень, не гребень, приколка, не приколка. Я не знаю, да. Но видите, бусы, я думаю, что люди поставили сами, хозяин, да, потому что я не думаю, что были эти бусы. Думаю, наверное, было что-то другое, более, ну, наверное, оно уже имело вид бабушки, как я называю, да, вот, но вот эта вот костяная штучка, да, тут немножко поломано, но, в принципе, да, вот смотрите, еще есть какая-то маркировка. Маркировка. Сейчас, где моя лупа? Я так не вижу. Тут камера тоже плохо фокусирует, но я сейчас вам скажу. Так, маркировка. Там две буквы. ДД. Да, 2D. 2D и какая-то закорюка. Ну, я потом постараюсь поискать, что это. Я думаю, что навряд ли я, конечно, найду. Я не очень хорошо знаю, как это искать. И как это все. Поэтому вот такая вот. Там вот. Вот. Она, видите? Да, вот это, наверное, сами делали. Вот. 2DD. Тут вот. Вот, смотрите. Тут. Не видно, камера плохо фокусирует. Она не вижу. А если через лупу попробовать вам показать, мало ли вы мне подскажете, что это. Вот видите? Может, кто-то подскажет, что это. Мне очень интересно, потому что, я скажу честно, я не знаю. Ну, конечно, я все это приведу в порядок. Может быть, этот жемчуг уберу, поменяю, потому что я не уверена, что я это захочу. Сегодня у нас тоже такие одинарные посылки, да? Ну, как бы небольшие они приходят. Нет. Сейчас покажу вам, подождите. Не понимаю. Шубуршу, шубуршу и все равно. Видите, такая коробочка. Да, в ней должно быть, господи, вот оно, украшение, да, оно было с коробочки. Не могу открыть, смотрите, ну что это такое, еще буршусь. Так, подождите. Снять перчатку, потому что рука скользила, не могла. Вот это вот, может быть, камера поэтому плохо показывает, что будет фокусироваться. Вот такая коробочка, но в ней вот смотрите, какое сокровище, да? Тут даже вот это вот положено, это видно, положено специально для того, чтобы не сырел металл, я так понимаю, да? Коробочку вот, если кого-то интересно, ну, она плохо ходит, ну, надо было там посмотреть, что с ним. Куплено все это было вот из-за этого браслета. Это металл желтого цвета, очень ажурная вот это вот сделанные вставочки, а вот это кусочек ткани вышитый. Вот. Это
ручку одну я его купила, конечно, себе. Сейчас покажу. Застегивается хорошо. На. Ну, хорошо, по размеру. Не знаю я, как бы, но он очень хорошо смотрится. На нем ничего нет, никаких познавательных знаков, ни бренда не стоит, ни маркировки, вообще ничего. Но вот он так вот сделал. Видите, вот я сама его рассматриваю. Интересно, не знаю, хорошо вам видно или нет. Видите? Такая ажурная. Самовышитый ажурный вот этот вот замочек. И вот замочек ажурный. Штучка вот эта. Вставочка. И здесь даже видите. Так, розочка моя любимая. Вот, вот такой вот браслетик. Я очень рада этому браслетику. Купила его для себя. Не знаю, никто мне что, но мне нравится. Так что у меня есть такой браслетик. Теперь я люблю еще. Последнее время, последних полгода люблю серебро, да. И купила я вот открыла такую коробочку, купила я несколько изделий, да, одного продавца и как бы у нескольких, да, показывала. Я купила такой браслетик, он как бы серебряный, это специально вот я покупала. И серебряный с янтарем. Видите? Ну и как бы считается, это янтарь. Ну, во всяком случае, вот был написан. Ну, я не уверена, что это янтарь. Но к нему отдельно я подобрала вот такие клипсики. Да. Они тоже серебряные. Это я вам показываю то, что я купила. Как бы раньше, чуть-чуть раньше, да, когда еще даже не думала о том, что буду увлекаться какой-то бижутерией, да. А потом вот такую цепочку, тоже это из Прибалтики мне пришел вот этот вот кусочек, типа как янтарь, он тоже считался, но я не уверена. Я покупала, там у продавца было написано, что это янтарь, но он был очень мало стоил. Поэтому я ничего не могу о нем сказать, ни о качестве, ни о чем. Вот, вот это я покупала лондонский, да, в Лондоне. И было написано, что это янтарь стопроцентный. Потом я к ним купила вот такой вот медальончик, да, к этим изделиям. Ну и как бы мне казалось, что очень удачно у меня тоже серебряный сочетается цвет. Почему я все это сейчас показываю? Вот последняя моя покупка, она пришла. Вот эта брошечка, видите? Она тоже серебряная, и она тоже подходит по все вот эти мои изделия. Янтарные. Видите? Такой вот браслетик. Такая цепочка серебряная. Но она, кстати, под этот вот, я думала, что она подойдет, да? Медальончик. Оно как-то вот так вот, когда висит, вот и хорошо. А потом перевешивается, и видно, ее надо носить вообще без кулончика. Вот. Сережечки. Брошечка. Вот пришла брошечка. И я решила вам показать. Сертификат у меня только был, по-моему, на одно изделие. На вот этот кулончик. Когда покупала, мне прислали такой еще сертификат, что это настоящий янтарь, там и все вместе так. В общем, красиво все было написано. Вот. Поэтому я показала вместе с брошечкой. Вот мои красоты, сокровища. Пещера Алибабы, вот это вот мои. Все. Мне надо все понимать. Мне надо вот такая бижутерия. Такая вот нежная бижутерия. И вот янтарь такой мне нужен. Ну, вот еще купила я такой вот маленький-маленький кулечек. Вот такой вот. Сейчас открою, высыплю. Вот. Вот тут вот такие сережечки. Сережечки, замочки простые, но сами серьги
искусственный перламутр, да? И сами серьги, по-моему, они 9 карат, да. 9 карат. Золото 9 карат. Я не знаю, покрытие или просто само золото, но на вот этих вот замочках 9 карат стоит. Ну, я купила. Они шли вдвоем вот с этим. Тоже 9 карат. Тоже не знаю, покрытие или нет. Но мне надо было вот такая бусина. Вот. Такая одна бусина. Золото 9 карат я не очень. Вообще никак не считаю. Но выбора у меня не было. Я купила 9 карат. Кстати, оно иногда дороже, чем вот 583 проба или 5, там как она сейчас считается. Вот тут у нас 14 карат она идет. Но она иногда дороже, чем вот это 9 карат, чем 583. 5. 3, 5, 14 карат. Вообще все перебрала. Так, ну вот эти. Ну, я вот эти мне нужна была бусина, а эти мне дали добавок. Вот такой вот у меня теперь кулечек еще есть. Вот. Что еще вам показать? А, вот выпало у меня тут из этого, из лота сережка вот такая. Смотрите. Видите? Вот. Сережечка, видите, какая Шанель. Как бы вот это Шанель, и вы знаете, я на 100% не знаю, но, по-моему, она настоящая Шанель, потому что у нее стоит маркировка металла, маркировка серебра и даже, по-моему, бриллиантов. Но я не могу ничего про нее сказать, потому что я ее просто нашла. Вот. И она белое золото. Я нашла, мне было интересно. Я пошла к специалисту. Он сказал, что это белое золото. Ну, вернее, я не сама пошла, а человека попросила, потому что я бы не смогла, я по-английски не разговариваю, не смогла бы объяснить, что я хочу. Вот. Я попросила человека, он сходил, ему объяснили, что это белое золото, там вот маркировочки, и что это камешки-бриллианты. Да? И что это, ну, по всей видимости, что это настоящая Шанель. Но я ее нашла на улице. И поэтому ничего не могу про нее говорить. Она лежит у меня вот вместе с моими сокровищами. Но это не все мои сокровища. Я просто как-то ее про нее забыла. Бросила сюда. И она вот лежит. А сейчас она выпала. Вот. Так что вот это вот мои сегодняшние сокровища. Конечно, мне нравятся вот эти вот вещи. Мне нравится браслетик. Мне нравятся вот эти клипсы. Конечно, мне нравится очень вот этот браслет. Очень. Так, мне нравится вот это и моя приколочка. Я пока, у меня глаза разбегаются. Мне надо все, что сейчас вот начнем специально сконцентрироваться, я еще как бы не понимаю. Так, наверное, да? Вот что именно. Мне нравится, я люблю собирать абсолютно все. Все украшения разных видов, разных. Мне надо вот, не знаю, как-то люди собирают что-то одно, котиков. А я собираю котиков, стрекоз, бабочек. Как-то я собираю не именно одно направление, а вот то, что мне нравится само изделие, как бы. Вот так вот. Ну и, конечно, мне нравится не только вот винтажная, антикварная бижутерия. Мне нравится и современная. Вот. Современная приколка. Старинная. И мне надо и та, и та. Ну, может быть, я впоследствии определюсь, хотя я знаю, какие коллекции я хочу. Не буду вас утомлять тем, что мне нравится, что мне не нравится. Ну, я, в принципе, это делаю для своих родных людей, эти видео, потому что мы разъехались по разным странам, кому-то нужна виза, часто мы встречаться не можем, а так вот я показываю, что у меня есть, что мне нравится. Может быть, кто-то из моих знакомых, близких, родственников, ему тоже что-то понравится. Может быть, он что-то увидит в своей стране, что нравится мне и сможет мне это купить. Да, как бы я буду тоже рада.
Или я им что-то смогу подарить, что им понравилось. Ну, как бы это.